переводите меня. Добрый вечер. Мы находимся на центральном водохранилище реки Бер между островами Солдатский и Огуречный. Здесь центральное нерестилище находится. Посмотрите, что тут у нас происходит. Какой-то царек решил яхт-клуб построить. Сколько вниз? Сколько уничтожили ихтиофауны, биогумуса? Здесь жили бобры, норки, андатры. Гнездилась птица, нерестилась рыба. Сейчас что тут будет у нас? Что у нас здесь будет? Кто это вообще позволил? Вы посмотрите, какие масштабы разрушения ихтиологии. А потом браконьеры, как Алексей, виноваты. Водоохранная зона реки Берки. Как вообще тут копать можно на нерестилище? Как? Кто разрешил центральное водохранилище реки Берки? Столько ихтиофауны и флоры. Здесь жили бобры, здесь нерестились рыбы. Птицы. Вот где-то у нас есть договор водопользования. Какого водопользования? 200 метров водоохранная зона. Есть проект. Вы кто такой? Какой проект? Проект по уничтожению природы у вас есть? А, уважаемый? С кем? Кто вам продал за какие деньги? Денег не было вообще. Да ну! Мне что-то не разрешают вот так вот строить каналы. Не знаю, почему вам это. Потому что у вас, наверное, нет соответствующей документации. Денег у нас нету, да? Документации нет соответствующей. Кто разрешил, кто подписал? Документы покажите, пожалуйста. Покажу. Покажите в данный момент. Вы кто такой? Я общественник. Вы общественник? Гуляйте. Да. В смысле гуляйте? Гуляйте вы общественник. Да я человек, я защищаю природу.